память соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне, локальных войнах и вооруженных конфликтах, почтили в Ханты-Мансийске минутой молчания. В церемонии возложения цветов к вечному огню мемориала славы в городском парке Победы приняли участие члены правительства Югры, представители депутатского корпуса Ханты-Мансийского автономного округа, органы местного самоуправления, ветераны, воины-интернационалисты, почетные жители города, а также глава окружного центра Максим Ряшин. Он поделился воспоминаниями о своей службе в танковых войсках и выразил слова благодарности всем военным. Я горжусь тем, что я служил в вооруженных силах Советского Союза. Я служил 2 года, с 86 по 88 год. И считаю, что это один из самых важных периодов в моей жизни для формирования во мне той самой системы ценностей, которая необходима каждому человеку, каждому гражданину нашей страны.